Пройдет много лет, и стоя у стены в ожидании расстрела, полковник Буэнди вспомнит, как отец его впервые взял смотреть на лед. Макондо был тогда небольшим селением с двумя десятками хижин из песка и бамбука. Мир был так юн, что некоторые вещи не имели названия, на них приходилось показывать пальцем. К чему это все? Это, да, это начало книги «Сто лет одиночества». Кто ее читал, они, наверное, это любимая книга каждого, кто ее читал. Вот этот нож не имеет названия. Хочу спросить совета, как мне его назвать. Здесь у нас авторский дамаск Влада Матвеева и рукоять уже моя работа. Это эбен, это зуб мамонта, это макумы, похоже на макондо, да? Вот жду как бы рекомендаций. И еще один момент, он очень важный. Мы, русские люди, не должны допустить войны с Украиной.